Местные дети получили новогодние подарки. Напряженный график министра не позволил приехать раньше, поэтому визит перенесли на февраль. Помимо чаепития, поездка носила и рабочий характер. С местными культработниками обсуждался план работы на 2016 год. Помимо творческих мероприятий, в Малом Селе продолжится развитие самозанятости местных жителей. Ставку сделали на туризм и эксклюзивную местную продукцию. Нам еще вот это хакасское подворье нужно укомплектовать небольшим мини-оборудованием для сушки грибов, дикоросов. Все это должно, так сказать, уже обретать конечный продукт для того, чтобы деревня и народ, население могло его реализовать достойно. И уже сейчас у нас развиваются здесь активно промыслы и ремесла. Здесь войлоковаляние, отлично, вышивка, вязание, сбор трав, веников, там, я не знаю, ягод, грибов. Все это происходит. Это помогает сегодня жителям социально чувствовать себя более как-то комфортно и независимо, это и материальная поддержка. Республиканская программа поддержки малых сел работает 3 года. За это время в Карагае была заасфальтирована дорога, налажено освещение на центральной улице, построены социокультурный центр, детские спортивные площадки.